Вот я исхожу из того, что жениться надо не тогда, когда планируешь, а тогда, когда встретил правильного человека. Это основа. И здесь не важно, во сколько, 18 лет, 28 лет, 30 лет, 40 лет, не имеет значения абсолютно. Поэтому во главу угла надо ставить правильного человека, только когда ты его нашел, надо однозначно, безоговорочно жениться, потому что правильная супруга, она, как правило, поддерживает. Не всегда друзья поддерживают, не всегда. Вот супруга будет поддерживать всегда. Поэтому, будем так говорить, это такой болельщик, который всегда рядом, который тебя поддерживает, стимулирует, направляет где-то.